Итак, для того, чтобы раскрутить, нам понадобится инструмент. Нужно сначала снять колесо, но уже потом, после того, как снимем колесо, доберемся до редуктора с моторчиком. Итак, что нам первоначально надо? Надо открутить два самореза. Защиты. Два винта, вернее. Теперь нужно взять головку на 17. По-моему, да. Ну и открутить. Так. На место. Опа. Какой-то бинт. Это бывает. Шпилька. Ну и, соответственно, начинаем откручивать здесь. Так. Так. Вот он. Так. На 10 головку, на 10. Гаечка, винтик с шайбой. Теперь следующий. Так.
можно, конечно, и плоскогубцами. Туда просто не подлезть. Нам надо раскрутить вот эти вот 6, здесь 2 винта, ну и соответственно рычаг переключения. Начнем, пожалуй, крепление. Так, нам нужна будет шестерка, наверное. Нет, не шестерка, а пятерка. Да. Это тут просто держится рамка крепления. Надо небольшой удлинитель. Тоже туда же. Так. Все. Упали. Не совсем. Надо все-таки открутить хомут. Сначала он мешает добраться до последнего винта с этой стороны. Так. И байка. Вот. Теперь достаем до третьего.
нужен будет. Откручиваем хомут, который держит на упоре здесь. Ну и соответственно нам теперь нужно скинуть маленький шестигранник сюда и скидываем рычаг переключения. Там медная вставка такая, прокладочка, тут их даже две. Так. Вот и все, продолжаем дальше выкручивать. Сюда. Соответственно, последний удерживающий винт придерживаем снизу, откручиваем. Верхний упор, крепление и направляющее. Вкладыши. Так. И чтобы было намного лучше видно, вот у нас получается
Осталось открутить три штуки, и мы доберемся до внутренней части коробки. Ну что, в смазку литол. Скорее всего, там литол 24. Не попал вот этот мусор. И не стало потом хуже для шестерни. Лучше это все обмести. Почище сделать. Можно, конечно, очистителем пройтись. Но это уже кто как захочет сделать. Срываем последние. Три винта. Даже гроберы тут не поставили. Странно. Так. Заодно посмотрим на состояние шестерен. Как их там. Можно будет оценить состояние. Так. Вскрываем. Ну, такая вот смазка, довольно-таки чистая. Шестерни не съедены. Ну, в принципе, все, добрались. В связи с тем, что прохладочка, кстати, зеленая, зеленый картон. В связи с тем, что лето может нагреваться, поэтому литола не сильно, ну, не полностью забитая должна быть камера, а получается по верхний подшипник. Состояние нормальное, выработки нет, шестерни, тут все идеально.